Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и добро пожаловать в Лудус, ведь это игра под названием Лудус. Тут у нас дядя, жена и все остальные, и даже три гладиатора. И давайте, прежде чем стартовать, посмотрим... Ой-ой-ой, а все болеют, друзья, все болеют, нам срочно нужны лекарства. Жена, ты тоже болеешь, ты заработала 10 монет всего лишь. Ох, жена, плохо работаешь. Сын, сколько ты заработал денег? Кстати, если сын, наверное, погибнет, ничего страшного. Ну да, обидно, конечно, будет, но... Он больше тратит денег на лекарства. Ну, приходится на него тратить, нежели зарабатывает. Так что я не знаю. Дедушка. Дедушку по-любому нужно лечить. Он добывает у нас железную руду. Разбойник у нас ничего не принес сегодня. И, друзья, если вам понравится этот видос, или вы хотели бы видеть больше видосов про гладиаторов, вы можете всегда поддержать меня с помощью лайков. А у нас, кстати, чувак на... погоди, это получается... Подожди, я инвестировал в него деньги, и он заработал 0. Он заработал 0 денег. Ладно, дадим ему 79, он все деньги, которые мы инвестировали, просрал, профукал. А там была хорошая сумма, между прочим. Прям реально хорошая, там рублей 400 я вложил в него. Помню, раньше он приносил деньги, а сейчас что-то как-то... Нет, печаль, тоска, ладно, медискус, давай-ка... О, нету денег на медискуса. Так, ладно, нам придется, похоже, избавляться, друзья, от железа, от древесины, чтобы как-то чего-то заработать, купить каких-то лекарств, иначе будут проблемы. Чувак, продаем вещи. Гвозди продавать я не буду, продадим, наверное, 20 древесины и продадим, наверное, сколько-то железа. И за эти деньги, друзья, мы купим с вами лекарств, чтобы просто наших ребят подхилить. Потом отправим гладиаторов на арену и будем смотреть, что будет происходить. Так, с... Подожди, а мне лекарства нужны или шприц? Я постоянно путаю. Лекарство лечит от болезни, а шприц восстанавливает здоровье. Вроде бы да. Надо бы это перепроверить, потому что если это не так, то это прям печаль-тоска. Итак, дедуля, ты у нас что? Дядя, точнее. Болезнь 58. Берем для этих целей, получается, лекарство. И да, нам нужно лекарство, шприц увеличивает здоровье. Погнали, тогда закупимся лекарствами, и после этого уже, друзья, пойдем с вами на арену. И иногда так бывает, что ты во что-то вкладываешь деньги, ты думаешь, ну вот сейчас стопудово дайте пройти, вот сейчас стопудово все будет хорошо, сейчас они окупятся и принесут еще больше денег. Но оказывается нет, нам еще и хлеб купить, пшеницу. Оказывается, что нет, я разочарован дико, а мне бы хотелось докупать какое-то новое оружие. Хотелось бы, конечно же, друзья, как-то улучшать наш лудус, пока мы стоим на самом деле на месте. И это не то чтобы хорошо. Мы даже не можем нанять медика, а без медика, кстати, медик нужен. По-любому медик нужен. Здесь денег нет? Ну, конечно, нет. Ножик можно продать, он на... хотя останется на потом. Мы же будем делать жанрового гладиатора, но пока недоступно. Так, 150 монет нам нужно. Чё бы продать? Я не знаю, продать. В общем-то, я думаю, много продавать не нужно. Давайте продадим как-то вот так. Хорошо, купим, друзья, медика. Без медика гладиаторы точно ничего не смогут. Так, и вот этих засранцев нужно отправить и тренироваться. А там посмотрим, сколько сейчас, 5 часов вечера. Так, срочно, Гладиус Магнус, излечивать, погнали, поединок. Пока день не закончился, надо драться. Гладиус Магнус, пожалуйста, сделай так, чтобы было хорошо. Так, чтобы было плохо, делать не нужно, я и сам могу. Он у нас справа, слева у нас чел в крутых доспехах, с крутым щитом. Он выглядит круче, чем Гладиус, но у Гладиуса полное ХП. Гладиус, не бойся, ты на тренировании, ты быстрее, ты шустрее, ты веришь в победу. Я верю, он боится. Я верю в победу, но Гладиус хочет проигрывать. Гладиус боится. Я бы не сказал, что он выглядит как трус. О, Гладиус. О, а удары все еще сильные. Офигеть, что творит? Гладиус, почему ты так же не можешь такие же комбинации проводить? Рука у тебя крепка, ноги у тебя тверды, но... Хорош. Где комбинации, мужик? Один удар сделай. Комбинации, научись делать комбинации. Молодец. Вот тут молодец. Но есть еще чему тренироваться, есть еще куда стремиться. Немного воды, молока,
заработали. Может, это тоже стоит продать? Нафиг оно нам надо? А деньги принесет. Так, трейдер еще пока не вернулся. Давайте вот что сделаем. Положим это на продажу. Значит, да. Подлечим наших ребят. Дедулька, надо тебя лечить. Надо лечить деда. Дед старый, деда надо лечить. Давай. Подлечили деда. Сына. Ты плохо... Ты не работал сегодня? Жена? Жену главное сохранить и тещу. Вот они очень важны в дальнейшем будут. Свекровь, она мега больная. Ладно, жену завтра вылечим, если будут деньги. Так, и сбегаем сейчас, друзья, на рынок. Попробуем кое-чего продать. Гадите под себя, да? Гадите, иди тренируй, не знаю, чё. Проворство иди тренируй. Недостаточно хорошо оно у тебя развито. Ты у нас кто будешь? Гопломах, гал? Гигантский молоток или топор? Ну, будешь галом у нас. Живучесть на минимуме, иди тренируй живучесть. Когда-нибудь мы тебя в бой отправим, но только не сейчас. Так, у тебя, не у тебя продается, да, эти вещи? Подожди. А куда продается вода, вино, вот это вот все? Оно же где-то как-то... Оно продается, друзья, на корабле. А корабль пока мы не можем себе позволить. Где этот чел на верблюде? Чувак с верблюдом, ты там хоть сколько-то заработал или сейчас все деньги потратишь? Вор, ты чё? Бандит сейчас занят, бандит сейчас пытается у кого-то что-то украсть. Где чел на верблюде? Вон он. Бегает, убегает от меня. Стоять! А сейчас занят. Ну, конечно. Ну, конечно. Ладно, идем тогда спать. Вся надежда, я не знаю, на кого. Не знаю. Спать, отдыхать. Завтра день будет лучше, чем сегодня. Главное дотянуть до турнира. На турнире все будет отлично. Где Гладиус Магнус? Он что, все еще отдыхает? Медискус. Ремонтирую его. Сколько можно спать, чувак? Че у тебя там по самочувствию? Подарок. А что это дает? Восстановить боевой дух. Мы восстановили его боевой дух. А, может у него боевой дух? Подожди, бодрость. Я думал вот это увеличится. Но особо нет. Короче, дали мы ему вина, но как-то он не особо был этому рад. Хлеб мы вроде бы готовили, принесли целый мешок, но все равно все схавали. А, я... Все, я не указал делать хлеб. Сын, ты работал сегодня? Иди работай. Дедулька, ты тоже должен отблагодарить нас за хорошее лекарство. Дядя, взять дрова. Че, Гладиус готов к турниру? Давайте к поединку. Сходим на поединок, вернемся, друзья мои. И начнем его тренировать, чтобы он был к турниру отдохнувший и выспавшийся. Так, слушайте, а враг у нас без доспехов. Не до конца восстановленный Гладиус Магнус, возможно, его победит. Давай, Гладиус, выбей, не знаю, меч или щит или что-нибудь такое. Давай. Оу. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты внял моим словам, ты начал драться, ты начал... совершенствовать свою технику. Молодец. Но его постоянно станет. Почему он никого не станет? Да добей. Один удар. Один удар. Сделай. Сделай. Молодец. Молодец. Понимаешь, что твое лечение стоит больших денег? Ты же должен это осознавать. А еще перед сражением, перед отправкой нашего гладиатора можно делать ставки, но я боюсь это делать, потому что... А вдруг это не принесет денег? А, то есть вот так ты хочешь сказать? То есть мы тебя отправили поработать, ты не поработал, но денег хочешь получить. Понимаю, прекрасно. У тебя как дела обстоят? Ну, уже другое дело. 95 он заработал. Вор нам по-любому нужен. Он же приносит вещи. Опа. Какую-то броньку... нашли. Noble Armor. Неплохо. Но оставшиеся 65 я тебе дам. Иди, пытайся приумножить их. Вдруг что выйдет, дедуль. Взять. Нам бы еще накопить денег на этого. Слушай, а бронька? Бронька, она не лучше случайно? Где Гладиус Магнус? Он все еще отдыхает после битвы? Ты охренел? А где Гладиус Магнус? А, вот он идет. Давай посмотрим, бронька твоя, как она, лучше, хуже?
Так, бронька, но она хуже, очевидно. Вот мы тебе броньку лучше даем. Должен быть благодарен. Пока новые доспехи я не могу там купить, тебе перчатки и прочее не хватает. Нам нужно, короче, друзья, сейчас накопить ресурсов, да? И построить ферму. Построить ферму. Нам нужны деньги, нам нужны материалы. Построим ферму, будем зарабатывать на яйцах какие-то деньги, возможно. Так, продаем опять же. Сколько-то? На лекарства. Чисто на лекарства для жены. Просто на лекарства. Жена болеет. Давай лекарства. Хорошо. И надо отправить тренироваться хотя бы какое-то время и Гладиуса, и остальных. Завтра важный день. Завтра день турнира. Уж не знаю, как будет показывать себя наш боец. Надеюсь, хорошо. Так, жена, вот оно, лекарство. На. Здоровая теперь, молодец. Шерсть. Яйца. Иди продавай яйца. Хоть какая-то польза от тебя будет сейчас. Взять дрова, начать работу. Уже работал сегодня. Начинай работать. Все уже сегодня, стало быть, поработали. Ну, тогда тренировки. Отправлять этих чуваков на турниры хотелось бы, но на самом деле... А какой смысл в этом, если они супер слабые пока? Вот этого куда отправлять? Он же вообще никчемный, бубоностер. Он же ничего не сможет. И доспехов у него нет, никаких мечей, топоров, копий. И я не могу его этим обеспечить. Я не знаю, как зарабатывать деньги. У меня всегда дефицит денег. Всегда мало. Всегда недостаточно. Этот спит все. Срет под себя. Вот только и делает, что срет и спит. Спит и срет. Давайте уберем какахи. Может быть, из-за них болезни развиваются у наших бойцов. Давай. Ведро пусто. Так я ж набираю. Подожди, я ж набираю. Вот. Другое дело. Отдохнул. Жесть. Несмываемые какахи. Нужно еще туалет построить. Все в какахах, блин. На кровать. Вот прикиньте, на кровать нагадил. Ну, вроде взрослый чувак. А что это? Он их коллекционирует или что? В чем прикол? Че, коллекционер каках? Молодец, поздравляю. Так, ладно, друзья мои, ладно. Завтра тяжелый день. Завтра... От завтра вообще зависит многое. Сколько он сможет ресурсов принести нам? Неясно. А магазин все это время был закрыт, понимаю. Магазин все это время был закрыт. Ну чё? Зато ХП у него будет завтра. Нормально, пойдем сделаем ставку. О, хотите сделать ставку со мной? Если вы можете догадаться, в какой руке я держу деньги, вы выиграете ставку. Если вы не можете угадать правильно, вы платите мне. Но у меня нету 100 рублей, поэтому пускай будет правильно. Сделал ставку, называется. Вы проиграли пари. Что-то принес, давай еще иди работай. Дед, работай. В любом случае, сейчас пойдем, друзья, продадим ресурсов, попробуем сделать ставку на гладиаторов. Может быть, выиграем денег дополнительно, потому что, а как иначе? Жена, сколько принесла денег? 6 рублей. Да. Не густо. Ну, давай. Че, заработал чего-нибудь? Трейдер. Где он? А где он? Верблюд есть, чела нет. Во дела. А, он уже вернулся. Просто верблюд медленно ходит. Сколько денег ты принес? Ну, у нас 248. Погнали, друзья, попробуем сделать ставку. Вдруг там будет беспроигрышный вариант, и мы реально чего-то сможем заработать на этом. Надо как-то из нашей долговой ямы финансовой. А, так команда Б или команда А выиграет? Ну, конечно, команда А. Ну, во-первых, тут их четверо. Довольно прокачанных. Хотя, как сказать? Не факт, не факт, не факт, что не победят. Команда Б выглядит поинтересней. Хотя у этого повреждения большие, 46. Все-таки команда А. Давайте сделаем ставку. 200 рублей. Рискнем. Все-таки их четверо. Ну, была не была. Погнали. Там и урон у них большой.
Двое будут выступать в качестве пушечного мяса. Остальные будут наносить урон. Все орут, кричат, сейчас да начнется рубилово. Понеслась. Ребятки, я могу выиграть денег, а могу и не выиграть. О. Но уже начинают нарезать, слушайте. Пока начало достойное, хорошее. Одного... Да-да-да, не зря сделал ставку. Все, не зря. Могли победить, потому что тут некоторые моменты зависят от удачи на самом деле. Иногда просто человек может стоять и не бить, ничего не делать, пока его избивают. Но здесь все-таки они решили, да, показать, на что способны 4 раба. Вот так, пинок и все, отдых обеспечены. 309 монет. Ну, уже приятно, уже хорошо. На халяву. Я не могу, кстати, выполнить эти задания, потому что сарай уже построен. Такие дела, друзья. Где Гладиус? Вот он стоит. Спать побежал, да? Так, с дедулька. Ну что, рискнем? Вот тебе... Блин, я не знаю. Вот тебе 200 монет. Приумножь их. Приумножь, пожалуйста. Уже работали сегодня, разве? Ладушки, ладушки. Гладиус Магнус подхилился. У нас тут турнир. Ну, конечно, мы Гладиуса выставляем на турнир. Конечно. Пропускать его мы не имеем никакого права. Если пропустим, это будет проигрыш. Мы не получим ресурсов. Давай, Гладиус, у нас тут 3 соперника. И победить получится ли, я не знаю. Гладиус давным-давно не обновлял экипировку, а нет денег на экипировку. Первый удар отлично пошел. Слушай, он слабый. Гладиус, ты крутой. Враг слабее тебя в разы. Просто запинал его, затолкал. Давай оглушение пока возьмем. Бэм, хорошо, первый же удар. Ну, Гладиус не разочаровывает. Давай, пинай в живот его. Подсрачника ему дай. Отруби ему что-нибудь. Сделай так, как положено. Так, как должно быть у гладиатора. О, ему 0 урона наносят. Гладиус, твои враги просто никчемные. Давай кража жизни. Стан плюс кража жизни, идеально. У врага такой же комплект экипировки практически. Но враг в 1000 раз слабее. А за турнир же нам дадут кучу всего разного. Можно будет продать, заработать. Построим ферму, будем продавать яйца и станем богатыми фермерами. А там и гладиаторов можно будет уже прокачивать параллельно. Потому что быть... Ух ты, хорошо. Владельцам школы гладиаторов, конечно, прикольно. Но вот у тебя есть гладиатор. Вот он чемпион, вот он приносит деньги. И вообще отличный парень. А потом раз, чик, и все, и нету денег. И все. Он погиб, потому что... Деньги? Это что такое? Darkness Net, это что такое? Сеть, что ли? Че я делаю? Это сеть. Да где, блин, экипировка? Это сеть. Я не знаю, стоит ли ее продавать. Сколько она стоит? Ну, сколько она стоит? Ну, давайте продадим. А, уже продали. Так, друзья, нам, по идее, должно хватить денег на ферму. Давай, архитектор, нанимаем тебя. Строй сразу амбар. Вот. Че, не хватает материалов? 50 гвоздей? У нас 31. 50 гвоздей, это жестко. 50 гвоздей. А они уже болеть начали, надо лекарства покупать. Так, 50 гвоздей. Что там у нас? 50, 60 и 5 железа. Что по... Ага, как раз. Короче, покупаем гвозди, друзья. Гвозди наше все. Давай, покупать вещи. Сколько нам нужно? 20 получается. Почему тут не показано, сколько у меня гвоздей? Все, давай. Архитектор, на тебя большие надежды возлагаю я. Складывай, отлично. Корабль, может быть, друзья, нанять. 799 рублей, дорого. Дорого, дорого, дорого. А что у нас? Я думал, у нас больше этого.
Пока торговлей я не занимаюсь, потому что не хочу. Я не понимаю, как, если честно. 9 рублей, да, жена, конечно, зарабатываешь ты мало. Но после строительства амбара, после того, как у нас появится крупный рогатый скот, после того, как у нас появятся курочки, свинки и прочие животные, возможно, дела пойдут в гору. Не факт, не обязательно, но, возможно, дела пойдут в гору. Надо просто немного подождать. Нужно просто немного выдержки. И тогда я спокойно смогу заниматься тренировкой гладиаторов, не отвлекаясь ни на что. Ты вообще качаешься или нет? Сила бы тоже тебе не помешала бы, явно. Давай. Может, Каниуса Силиуса отправить в бой? А? Посмотреть. Получилось из него что-то толковое или нет? Турнир еще не готов. 5-й день. Посмотрим, что из него будет получаться. Отправим его, наверное, в бой. Каниуса Силиуса. Игра сохранена. Деда. Сын, по-моему, погиб где-то в подворотне, потому что я давно его не видел. Чел, ты денег принес? Но, по-моему, он в минус отработал, да? Ну вот тебе еще 200 баксов. Раз на раз не приходится. Когда-то в минус, когда-то в плюс. Калиус Микисус. Вот давай это. Каниус Силиус. Посмотрим, из чего ты сделан. Надо было его подхилить. Что-то я тупанул и не сделал этого. Ну ладно, в кои-то веки он должен же был. А он фул здоровый. В кои-то веки он же должен показать хоть какой-то результат. Или что он свой хлеб ест? Должен его заслужить ты, хлебушек-то свой. С маслицем. С мясцом. Давай. Покажи, на что способен наш копейщик. Давай. Ясно. Ни на что он не способен. Нафига я еще на тебя тратил деньги на копье для тебя, для щита? Щит, копье. А, все. Бомж. Ничтожество. Никчемное ничтожество. Вот это ты да. Вот это ты да. Вот это да. Вот это было круто. А, он хотя бы не умер навсегда. Беспонтовый. Может, он был не отдохнувший? Да у него их хочет умереть. Вообще, я не против, чел. Я не против. Но он хотя бы не умер, друзья. Он хотя бы жив остался. Уже хорошо. И я, честно говоря, забыл сделать ставку. Блин, это минус, это плохо. Вор, что-то принес? Деньги! Принес, что-то украл. А где? Видимо, я его не отправил. Так, ну что там? Достроили амбар, друзья. Погнали закупать животных. Так, ты там что у нас? Жесть. Древесины вообще не осталось. Дай сюда древесину. Нормально чело упражняется. И заодно сразу ходит под себя. Почему бы и нет? Идеальная тренировка. Сел. Погадил, встал. Сел, погадил, встал. Погадил, встал. А, сарай имелось в виду. Тот сарай. Просто вот это называлось сарай. Прикольно. Купить меч давайте тогда. Это палка, это не меч. Вот меч. 1100. 3500. Я бы купил бы меч. Да только денег не хватает нам на меч. Не хватает нам денег на меч. А я бы купил бы разбойник, пока работает. Ладно, покупаем тогда куриц и свинюшек. Давай. Корова стоит 420. С ума сойти. Овца 315. Сеной. Давайте купим сеное. Ну и две курицы. Ну, у нас курицы есть. Они идут к нам домой. Великий поход куриц. К нам домой. Умные какие, а? Тренированные, дрессированные курочки. Где вы еще такое видели? Думаю, нигде. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видос вам понравился. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.